Честность и отвага. Интересно. А какой исторической личностью вы больше всего восхищаетесь? Исторической личностью. Ну, скорее, не такая историческая, но Владимир Владимирович Путин вызывает мне уважение. Интересно, спасибо большое. Пожалуйста. А представьтесь, как вас звать-то? Салям, вы здесь будете? Можно вас пока ставить минуточку? Любительская камера. Вообще съемочную команду. Десятков призов и наград на различных конкурсах и фестивалях. Естественно, это очень ответственно и важно для молодого человека получить такую заявку на будущую жизнь. Но, естественно, я хочу сказать о том, что Айнуру пожелает дальнейших успехов. И, естественно, первое я хочу сказать, что, естественно, надо нести вот эту вот ответственность за то, что ты делаешь. Это прекрасно, что он понимает. И второе, естественно, за белой полосой всегда следует черная. Поэтому никогда не ломаться, всегда стараться идти вперед. И третье, тем самым он становится нашим таким флагманом. Очень приятно, что на сегодняшний день башкирский кинематограф получил такого человека. И вообще я должен сказать о том, что чуть-чуть отвлеклюсь. В республике Башкортостан в последние годы внимание к этому уделяют большое. Вот в прошлом году впервые в Башкирии провели фестиваль национального кино. Открыли киностудии Башкортостан новый корпус. Фильм даже, который сегодня представит Айнур Аскаров, снят на грант главы республики Башкортостан. То есть что-то в республике начало какие-то подвижки в сторону вот нашего национального башкирского кинематографа. И это очень хорошо, я надеюсь, что оно получит свое дальнейшее развитие. Ну, а сейчас я хочу предоставить слово самому Айнуру Аскарову, и он представит свою съемочную группу. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо.
Азат Маратович все рассказал, выучил все просто и даже не оставил мне, просто нечего говорить теперь. Как бы там ни было, у нас время поджимает, но я бы все-таки хотел пригласить сюда съемочную группу, часть, маленькую часть этой съемочной группы. Начнем с продюсера фильма Фаниль Галимов. Пожалуйста, выйди, покажись. Продюсер фильма Фаниль Галимов, гендиректор компании Arcane Production, на которой, собственно, мы сняли наш фильм. Затем помощники Фаниля — это Иван Лопатин, продюсер компании Levante Entertainment, с которым мы уже работаем не первый фильм. Спасибо ему большое. Исполнительный продюсер фильма Алина Шакирова. Пожалуйста, тоже покажись. Молодая красивая девушка, которая везде все успевает. Спасибо. И, соответственно, наши уже начну с композитора. Камиль Абдуллин, композитор фильма. Всю музыку написал он. Звукорежиссер фильма Юлай Таулбаев. Пожалуйста, Юлай, просим тебя на сцену. Так. Художник-постановщик, чуть не забыли, да, самого главного человека. Айгуль Байрамгулова, пожалуйста. Ну и моя половина, мой второй режиссер Анастасия Аскарова. Ну и мой ребенок Айгуль. Без нее тоже ничего бы не получилось, она вечно ходит между оборудованиями, мешается, где-то помогает, мы вместе снимаем кино. Спасибо. Вот такая вот часть нашей съемочной команды, с которой мы сделали, в принципе, все эти три фильма, которые вы сегодня увидите. Сценариста здесь нет, к сожалению. Я могу перечислить всех сценаристов Шаура Шакурова. Ее, к сожалению, здесь нет. Есть спасибо большое. Также много людей. Анна Рожецкая, оператор, к сожалению, не смогла приехать. Я очень волнуюсь и могу всех забыть. Всех можно будет прочитать в титрах. Ого! Спасибо большое. Впервые получают цветы перед экраном, очень здорово. И еще спасибо большое, очень приятно. Про три фильма расскажу, да. Почему? Я подумал, что будет нецелесообразно приглашать вас на 40 минут и решил показать все свои предыдущие фильмы. Это «Ельмеш», «Упрянец», «Горький мед», такой документальный игровой фильм. И третий будет 40-минутная работа, «Пусть ветер несет мои слова». После просмотра у нас будет возможность пообщаться, кто желает, в кафе кинотеатра, можем побеседовать, ответить с удовольствием на вопросы всей командой. Ну а теперь не будем тянуть и начнем. Приятного просмотра. Спасибо. Каждый зритель хотел добиться такого эффекта, что едет с ним, и он говорит как каждому. Так, кто-то принимает это, кто-то не принимает, но это уже на вкус. Нет, это все правильно. Да, как-то так. Да. Можно еще один. А вот ее решение, ведь она потом с отцом уже обнялась. Да. То есть
психологически произошла уже реориентация на нее. То есть она согласилась, она смирилась и поняла, что она должна сделать это с детьми. В результате чего это произошло? В результате всей ситуации внутри, или же, допустим, обращение к высшему инстанции, или как это сделать? Я понял. Я думаю, это все-таки в результате всей ситуации важно было именно построить фильм так, чтобы вот это постепенно шло, так, некий ее катарсис, да, когда она, и точкой финальной является, когда она летит, тогда она, мне кажется, понимает, что когда она летит в яму, мне кажется, это ее является высшей точкой, когда она поняла все. А поняла она, когда она уже смотрела в зеркало и свалилась и разревелась, что она мать. Мне кажется, так. То есть задело душу, душу ее задело. Да. Сама ситуация. Да. А вот давайте еще, если есть вопросы, задайте, пожалуйста, моим коллегам, а то я устал говорить, если честно. Дело в том, что действительно фильм был удачный, я считаю. Я, естественно, поздравляю наших, как говорится, всех земляков, которые привезли нам фильм. И то, что именно про бортничество, я хочу сказать. То, что в мире на сегодняшний день нашему дикому бортничеству Республики Башкортостан не верит, понимаете, этому дикому меду. А то, что они, представив и показав этот фильм именно про бортничество, это уже доказ о том, что действительно это действительно до сих пор есть, и действительно оно присутствует. Я правильно понимаю, да? Да, конечно. Да. Бортничество есть. Многие этому не верят, поймите правильно. И сами знаете о том, что наш башкирский дикий мед, он самый дорогой. Даже напрямую из бурзянских лесов я слышал о том, что продается во Францию, за границу и так далее. Вот подтверждает человек, который снимал фильм про наш бурзян, как говорится. Я хочу огромнейше поблагодарить то, что у нас именно Башкирия движется вперед. То, что такие фильмы именно наши национальные идут, как говорится, процветают. Но хотел бы, конечно, немножко воспользоваться этим моментом и сделать объявление небольшое. Завтра, 20 апреля, 21 апреля в Москве в Институте океанологии имени Шершова будет съезд российского общества по изучению проблем Атлантиды. И директором Института океанологии является тоже наш земляк из Уфы, Нигматуллин Роберт Искандрович. Я именно на этом мероприятии буду делать на съезде доклад по теме причины затопления цивилизации Атлантиды по теории воронкообразования. Спасибо вам тоже. Да, пожалуйста. У меня вопрос, а чья была идея и откуда возникла она идея снять фильм именно в таком жанре полуфэнтези? Здесь сама история диктовала, потому что снимать, просто дословно экранизировать притчу не хотелось, и делать из нее там вырастающие крылья, вот прям так, что это вот в реальности дети превращаются в птицы. Поэтому такая стилистика на грани, она как сон, да? В фильме три реальности. Это флешбеки, это реальность, настоящие сны, которые ей снятся, и в этих снах она видит прошлое. И ну, вот как-то поэтому хотелось сделать именно на грани. Я думаю, что это получилось, иначе это было бы пошло, глупо, да и не хватило бы денег сделать так, чтобы по-настоящему в реальности дети превращались в птиц, улетались, и мы решили там пойти. Даже орел, заметьте, который летит, отражается в воде. Мы не стали снимать, была идея снять за орлом, прям ну, нарисовать орла, понятное дело, что вот он машет крыльями за ним. Мы решили как-то обойтись и снять его в отражении, как будто бы орел в отражении взлетает, улетает, как-то так. И поиграть в такую условность, чтобы не было вот этой гиперреальности, потому что история сама по себе не совсем реальна. И все-таки чья идея? Шауры Шакурова и моя. Да. Спасибо. Я удалось. Да, пожалуйста. Добрый день. У меня вопрос насчет мальчиков. Их имена Нургиз и Айгиз. А в фильме они Арслан и Руслан. Было принято решение поменять их имена, а не было бы проще им обращаться друг к другу по именам, как ну, они привыкли говорить Айгиз Нургиз. Да. Нет, решили назвать их другими именами, потому что ну, это игровое кино, и принято, что как актер не должен играть в своей одежде в кино, он не должен носить своего имени, иначе это как-то неправильно, я считаю. Все-таки это вымысел, лишний раз подчеркивает вымысел. И тут и Руслан, и Арслан это по идее одно и то же имя.
что они тоже часть целого, поэтому было принято взять такие именно. Руслан и Арслан означает, что Арслан, да, лев. И как-то так, поэтому так и сделали. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, были ли в ваших фильмах непрофессиональные актеры? Да, да. Все. И кто? В первом фильме почти все актеры непрофессиональные. Вот я, Сергей Мэшин. В «Рекомёде» вообще нет ни одного актера, а в этом фильме, в последнем, пусть ветер унесет мои слова, там вся массовка не актеры, да? И мальчики. Мальчики, понятное дело, тоже отобрали на кастинге, это обычные ребята, которые никогда не снимались в фильме. Так что я всегда работал с типажами, просто отбирал людей, потому что как-то боялся работать с актерами, и мне казалось, что театральные актеры плюсуют всегда. Вот я первая работа, в которой я все-таки осмелился взять актеров, и что-то получилось, что-то не получилось, но теперь думаю работать только с актерами. То есть вам все-таки понравилось больше работать? Это легче, да. Когда материал сложный, легче работать все-таки с актерами. Их надо, наоборот, придерживать и зажимать, а сложнее добиться от типажа многократного повторения одной и той же эмоции. Это сложно, да. Кино — это дубли, тем более в наших условиях, там, куча дублей, там, до 10 дублей снималось, и... 23. Что? 23 один раз было. А 23 это где у нас? Это 23 дубля даже делали, да, очень много. И поэтому, конечно, непрофессионалам сложно 23 раза сыграть одинаково. Это тяжело. Да, пожалуйста. В конце фильма звучит международная песня. Да. Какой смысл? Немножко уже было шумно. Это оригинальная притча, да, она поет ее Зиля Бахтиева, вокалистка наша бахтирская. И это оригинальный текст этой притчи, мелодия оригинальная, поется как раз про эту историю, что мы, братья, нас мама прокляла ни за что, мы превратились в птиц, мы разлетелись, ищем друг друга, мать сожалеет, но что нам делать, уже слов не вернуть, слова уже сказаны. Ну, давайте. Это существует, это народный фольклор, да, настоящая притча, да. Да, пожалуйста. Доцент кафедры экономики и управления. Московский государственный институт культуры, Канафин Олег Ильич, очень внимательно смотрел вашу сегодня кино, волнующее, вот что-то такое неприходящее, интересное. Я думаю, что все сидящие здесь согласятся со мной, что есть что-то, вот какое-то рациональное зерно, которое надо вот разумно и вечно, но надо рассеивать его и распространять. Поэтому вот до этого я был на конференции по международной экономике, культуры у нас там на кафедре, институте, Московском институте культуры. Вопрос стоял так: развитие экономики и культуры. Вот в данном случае у вас, я пришел попросить, есть у вас диск какой-то вот, чтобы для продажи, понимаете? Вот? То есть таланты много, или как мой один товарищ говорил, вот мы такие талантливые, такие умные, а чего ж мы такие бедные-то, понимаете? Вот как бы вот резюме. Поэтому я попрошу вас обратить внимание на такой вопрос, как составляющий, как выпуск в небольшом количестве может начать, не обязательно там миллион, два миллиона. Почему? Потому что начну сразу же фильм интересный, талантливо снятый, вот просто волнующий. Вот я вот ухожу вот с этого фильма, вот, давно со мной такого не было, ну лет с 11, с 12, вот что-то такое, понимаете? Ну, смотришь, вот, и порой вот, телевизор включаешь, смотришь, выключаешь. Тут как бы сюжет динамически идет. То есть приковывает внимание зрителя вот к этой картине. Спасибо вам большое. Фильм ваш талантливый, но про экономическую составляющую, экономику культуры, вы должны, и в том числе кинематографическую. Это вот туда ты ходил, ладно? Вот, и туда тоже, и вам тоже. Вы всегда... Вот приехали, я говорю... Дайте мне диск, есть фильм, есть? Мне сказали, нету. Нет, пока нет. А я сказал, почему нету? Почему нет? А я хотел бы приобрести, мне не жалко. Нет, пока рановато, на самом-то деле диски будут. Спасибо. Сейчас идет прокат фильма. Хотя бы интернет-ссылку сделайте. Нет, интернет тем более пока не будет, поскольку есть определенные обязательства. 1 июня мы планируем показать его на канале BST. Вот. И до этого времени, пока продажи дисков не будет. А так, конечно, мы смотрим.
Да, диски будут. У меня вопрос к вам. Был грант Министерства культуры и хватило вам на совсем. Общий бюджет получился 6 миллионов. Благотворительный фонд. А грант давали 5 только. У нас миллион уже изыскали. А по поводу продажи дисков и так далее, первые два фильма есть в интернете, их можно посмотреть. Они есть в интернете. А по поводу продажи... Есть с переводом, да. Есть с переводом, есть с дубляжом версии, есть на оригинальной версии. Есть все удостоверения. Я извиняюсь, вот при следующем вашем пояже в город я вас вот попрошу, я обязательно приеду, обязательно пригласят. Я член представительства московского вот, землячества нашего. И мне когда сказал Азат, его, я тут не верю, я сказал, обязательно буду смотреть, критиковать. Но фильм с первых минут меня вот просто поразил своей глубокой социальной сущностью, глубокими историческими корнями, глубокой вот такой вот, как вам сказать, еще попроще это вот какой-то составляющей такой, понимаете? Корни, вот это то, о том, что вот у нас действительно наш народ настолько древний, настолько вот, вот аркаим, это все наше, понимаете? И прочее, прочее. Мы никуда не улетали, не прилетали, как вот эти в Латинской Америке, эти иракезы, которые говорят, прилетел корабль и их унес куда-то там. Вот мы проживаем здесь, продолжаем жить среди людей, понимаете? Да, по-моему, Айнур сам чистый представитель нашего башкирского народа, полностью соответствующий как этому фильму. Спасибо, он наверняка фильм про себя снял, наверняка. Его детство, наверное. Первый, да. Его я видел, я это уже угадал. Мальчик, его детство, наверное. Подождали и... Волнующий. Ну, да, свой. Не свой, нет. Просто мальчик нашел. Вспомнили свое детство. Спасибо. Ближе подходи. Ближе. Тоже так я заметил. Я хотела задать вопрос по поводу второго фильма. Да. Спасибо вам большое. Вы этот фильм снимали в моей родной деревне. Ирина Галиевна, первый Бурдянского района. И вы показали всю красоту природы, менталитет людей, которые проживают в этой деревне. Я вот хотела спросить, а почему вы решили выбрать именно эту деревню? Может, кто-то вам подсказал? В принципе, эта деревня как бы отдаленная, да, по географическому расположению. Вот, может, у вас знакомые какие-то из этой деревни? Никого знакомых не было. А почему решили именно в этой деревне? Выбрал на эту деревню, потому что дед живет там. Я не мог, конечно, вывозить в другие деревни, он жил, существовал там, где он привык жить, да? Был выбор натуры, мы ездили по всему Бурдянскому району, искали персонажа нашего, который по своей судьбе похож на нашего героя. И вот мы нашли такого человека, это вот абсолютный типаж, который что-то сыграл, а что-то подыграл, да? А что-то по-настоящему было. И, понятное дело, текстов я ему никаких не писал, у нас сценарий был на полдиста А4, просто по плану. И все, что он говорит, все, что он рассказывает, это... То, что он говорил, по-настоящему. Заметно. Во-первых, хорошо про фильм «Горький мед». Мы как-то просто здесь обсуждаем его, а этот фильм «Горький мед» он показывался по Всероссийскому каналу, он показывался как природа Башкирии, а город в том числе. Почему об этом не говорить, что он такой масштабный фильм, такой всероссийский масштаб? У нас просто все фильмы масштабные. Тот же «Упрямец» и мы что, более 200 фестивалей, кучу гран-при. Самый, наверное, больше всего призов из башкирских фильмов получил именно этот фильм. Он был на внеконкурсном показе Каннского фестиваля, показывали его по многим каналам. Он получил премию «Страна», национальную премию «Страна». То есть очень много призов. Его показали на всех фестивалях. Да, везде его пока, на всех фестивалях показывают. Да, его «Моя планета» показывает, и «Культура», по-моему, показывает. Да, поэтому, мы просто как-то по умолчанию все, и не говорим об этом. Да, Игорь, пожалуйста. Надо говорить. В третьем фильме две, так скажем, главные героини, и обе красавицы, и, может быть, даже, по-моему, Галия Сыр лучше бы сыграла маму близнецов, нежели чем маму основной героини. Как проходил отбор? Да, был кастинг, сначала на главную роль рассматривалась Галия, как раз таки, которая играла маму, но потом было принято решение, что это все-таки будет профессиональная актриса,
И чисто случайно я ее встретил на улице в Уфе и предложил пройти пробы. Она пришла, прошла, удивила, и мы решили взять ее. Она более эмоциональная, более яркая, мне тогда показалось. И поэтому было решено взять ее. Но Галия, да, мы ее рассматриваем на роль главной героини. Да, пожалуйста. Да. Вот, многие интересовались в зале, даже в фильме «Горький мед» там был телефон. Действительно ли он там стоит, телефон, действительно ли он функционирующий, или просто ты как для фильма установлен? Спасибо Башкирским, сетям. Эти таксофоны стоят даже в самой глухой деревне, где буквально пару домов. Я знаю, что оттуда можно звонить. Туда можно звонить, это вот точно. На каждом таксофоне есть номер, можно на него позвонить. Но, конечно, на сосну мы его прикрепили сами, его там не было. Он стоит там чуть поотдаль, но на сосне он искусственный, понятное дело. Но вообще, такие таксофоны есть, и они работают, и на них можно звонить. Даже когда мы, как выбор натуры, откуда это появилось, неспроста. Мы проезжаем в Грягберово, а на центральной улице стоит этот таксофон. И вдруг он начинает звонить. Мы проходим, я такой, как в «Матрице», да, начинаю звонить. Я подхожу, беру, алло, Грягберово? Я говорю, да, а можно того-то? Я говорю, извините, я не место, я не знаю. Ну ладно, тогда вешайте, я, говорит, буду звонить, кто-нибудь может место подойти. И я повесил, и то есть, ну, действительно это случилось, поэтому я использовал этот эпизод. Они не тут, в Башкирии, в таксофоне, они везде. Вот бензинский обыск я видел, у нас в Подмосковье. Вот на даче. Да, наверняка. Что, кому надо? Звонят? Да. Вот, пожалуйста. Это в Америке, так. Да, я у нас вот не видел. Вот они таксофон, окно колодца стоят. Да. Все подходят, кому надо, куда звонят. Да. Пожалуйста. Вот предыдущий фильм «Оборничество». Он звонит по телефону, да? Что мы не приедем, он бросает трубку, то есть он прерывает разговор, и что он отвечает, его реакция, он не договорил со своей дочерью, он как бы обиделся, вот как, обиделся, я просто не совсем, и он даже не докончивает, то есть это как бы, не обижайся, а они выбрали Турцию, да, то есть они выбрали современность, а связь как бы с традицией, они как бы, их выбор в этом, да, вот, и смысл вот, да. Но тем не менее, дед сидит и ждет их даже ночью, накрыв стол, ожидая, что... А вдруг приедут? А вдруг? Надежда. Ну там еще один штрих. Там показана общая семейная фотография. Да, да, да. И у нас сразу возникла такая мысль. Вот сколько детей, а он один. И более лет. Ну и тут, конечно же, символ сравнения пчел, да, дружной семьи, пчелиной, и его семьи тоже символ, да. Пронзительный. Пожалуйста. У меня есть еще вопрос. Что можно вас сюда поближе? Да. Нам очень понравились ваши фильмы, и они настолько светлые, после них совершенно не хочется ехать в Турцию, хочется приехать к вам в гости. Поскольку цветы у вас уже сегодня есть, чтобы у вас на праздничном столе были чисто русские. И край вовка, да? Ну, спасибо. Насколько мне упали. Я хочу сказать, кроме того, что они светлые, добрые, они вот не очень много лет, и они мне вернули вот ранние детства, особенно вот первый фильм. Также вот это вот чувство. Кино крутится. Все фильмы. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Ну, таких подарков у меня еще не было еще. Спасибо. Ну, очень талантливый у вас впереди. Скажите, пожалуйста, именно при входе в кинотеатр действительно ли было то, что вот типа того, что вместо билета яйца сдавали? Я сам так хочу кино. Это настоящая история. Она была со мной, я правда ходил в кино за яйца и... Все ради кино, даже яйца были. Да, потому что в 90-е не было денег почему-то. У нас в деревне... Я ходил в кино, тут денег не было. 5 копеек стоит. Объявили, приносили, чтобы попасть в кино. Ну да. Таким образом. Либо бутылки мыли вот так вот таскали, да, либо яйца, либо еще. У меня вопрос есть. Да. Вот я помню, когда здесь Шаура еще учился, она снимала первый фильм свой.
называется «Башкиры». У нас очень много. Вы сами тут учились, вы были изнутри здесь. Вот что-то такое нам тоже интересно. Вы же снимали этот район, Хайбулинский район, Бурдянский район, там еще какой-то. Нам тоже интересно, чтобы как-то вот нас башкир в Москве тоже показали, в Уфе где-нибудь. Нам это нет, очень интересно. Если у вас интерес, это здорово. Если будут спонсоры, если будет хорошая история, почему бы и нет? Есть же фильм «Татары Москвы», да? Я его не видел, но есть такой фильм «Татары Москвы», полнометражная история, почему бы и нет? Почему бы и нет? Если история будет интересна, вполне. Вот мои коллеги, здесь есть как раз герои из Башкирии. Ага. И мнение. Вот татарского народа, бои, друзей. Угадай. Что мы будем делать? На работу. Вы как бы отдыхаете. А вот, кстати говоря, вот эта вот трилогия, да? Вот эта вот трилогия. Вот про Первую мировую, Вторую. А вот этот герой живой здесь. Это младший. Спасибо большое. Так просто про его военную жизнь, когда он срочно служил в армии. Спасибо. Да? Ребята, мы не затягиваем. Есть еще вопросы? Пожалуйста, быстрее. Они очень безумно вдохновили все фильмы, очень понравились, очень актуальные. Каждый из фильмов, несомненно, является чем-то из нашей современной жизни. У меня вопрос такой. А что вдохновляло на создание фильмов? Что послужило основой для того или иного сюжета в этих фильмах? Кристина, вопрос такой общий, сложный, но поскольку я выбрал эту профессию, я должен что-то делать, да, начиная с этого хотя бы. Но никогда истории не рождались так, что «Ой, я должен, давай-ка я сниму». Они как-то изнутри, постепенно, потихоньку, все, что я вижу, все, что мне хочется рассказать, показать, вот как-то от этого отталкиваюсь. Вдохновить может все, что угодно, от общения сегодня с тобой до, там, не знаю, прочтения какой-нибудь умной книги может вдохновить на создание какой-нибудь истории. Я не скажу, что я там фонтанирую идеями. Нет, это сложно, все дается, тяжело. И сложный вопрос, Кристина. Что вдохновляет? Жизнь вдохновляет? Не знаю. Жизнь вдохновляет. Может быть, пример для подражания у каких-то предыдущих. Ну, классики. Все киноклассики. Все кино, которое я смотрю, несомненно. И плюс такая штука, как башкирский кинематограф, где можно быть там, я не знаю, ну не первопроходцем, так, ну кем-нибудь там стахановцем каким-нибудь можно быть. Это, конечно, тоже греет и хочется делать башкирское кино. Надеюсь, я ответил на вопрос. Пожалуйста. А есть еще какое-то башкирское кино, башкирских режиссеров в Башкортостане, которое вы можете посоветовать? Да, есть. У нас на студии работают режиссеры тоже на... Там есть режиссер-документалист Юрай Сандавлетова, снимает тоже неплохо. Мне сложно судить своих коллег, но можно пересмотреть фильмы Амира Абдразакова. Да? Можно обязательно посмотреть. Ну, их не так много, башкирских фильмов, можно все посмотреть. Там, за 2-3 дня сесть, включить проектор, телевизор и посмотреть все фильмы. Тот же «Ловец ветра». Есть хорошие картины. Просто проблема в том, что они не доходят до зрителя, часто так случается. А тут, я считаю, достижение продюсеров, что нам удалось показать этот фильм во всех районах. Мы сейчас ездим с показами по всем, чуть ли не по всем деревням Республики Башкортостан и ближайших регионов. И показываем кино, там где-то 20-30 человек, где-то там 50-100 человек. Но зритель уже знает и уже в следующий раз ждет, и мы думаем, что мы как бы воспитываем зрителя, хотим, чтобы в качестве есть кино, ходите и смотрите его. Да. Кстати, я сценарист, если заинтересуетесь, можете сделать заказ. Тем более, там башкирская тема. Давайте, чтобы не утомлять, последний вопрос, пожалуйста. У нас говорят не последний, а крайний вопрос. Крайний вопрос, да. Значит, 70-летие победы Великой Отечественной войны над фашистскими ордами. Хотелось бы вот такую ремарку для вас, чтобы вы по то, что подумали. Я в свое время служил в Уфе, в вашем военкомате, в политогене. И собирали конников, участников Великой Отечественной войны на 55-летие победы в то время. Генерала Шаймуратова. Да, генерала Шаймуратова, да, вот именно. И, короче, получилось так, что мы дали такую, значит, команду.
И звонят с Бурджана с того же, говорят, приезжай на конях, на своих, своим транспортом или на автобусе. Но меня это так удивило, думаю, вот люди уже в возрасте, да, какие вот, как говорится, военные, в том плане, что вот когда прибыли, к какому времени, все уже там, понимаете? И когда они прибыли, мы их встречали там в республике, в Уфе, возили, показывали. Я просто что хочу сказать, мне приходилось с ними встречаться, разговаривать. Я убежден, что еще есть такие люди. И вот одной из ремарков хотел бы вот и вашей такой талантливой группе посвятить все-таки тем ветеранам, которые, может быть, еще и остались, в том числе и в Бурдянском районе. Понимаете? А говорить о них много, можно много. Они защищали город-герой Москву, шли в тыл врага, бились, в том числе генерал Шаймуратов погиб при окружении, там, как говорится. Вот такой момент, понимаете? Спасибо. Спасибо большое за внимание. Оператора, к сожалению, здесь нет. Она должна была приехать, но не смогла, у нее съемки. Ее зовут Анна Рожецкая, она из Петербурга. Она известна по фильму «F5». Она снималась с Тимофеем Желаниным, он получил за прошлым году «Кинотавра». Молодая, очень хорошая, перспективная. Да, вот это вообще. Очень здорово. Анна Рожецкая, обязательно передадим вам ей ваши да, привет. Спасибо большое, до свидания, очень приятно. Визитку есть? Да. Давайте. Да. По-быстрому. Ближе сядьте, ты что, вы кусаете, что ли? Ближе садись. А мы не фотографируем, все на нет, да, какая разница? Тут и фото, и видео одновременно. Здравствуйте. А будет слышно, как вы думаете? Конечно. Значит, единственное, хотел добавить, позволите? Да. Тут проходила татарская неделя. Обычно июль-август. Можете подключить к этой неделе туда свои фильмы тоже какие-нибудь? Можно. Надо будет разговаривать. Вот продюсер с ним поговорит. Да. Давайте начнем. 2, 3, 4. Здравствуйте. Я хотела вам задать несколько вопросов. Как вы сложили снять эту... Идея этого фильма родилась давно, еще есть такой конкурс «Культбюро», который называется, в рамках этого конкурса родилась эта идея, она очень долго мы ее развивали, записывали в течение полутора лет, и, конечно, пришел какой-то более-менее снимаемый вид. В прошлом году мы начали прямо с президентом, и сняли этот сейчас собираемся собраться за полный метр уже еще спонсоров. Конечно, будет большое кино. Не знаю, никогда заранее не загадываю, в каком жанре я хочу поработать. Диктует сценарий, диктует история. Наверное, это следующий фильм планируем, наверное, будет роутфу. Да, приключения там происходят куда-то. Все, спасибо. Спасибо вам. Творческий успех. Сперва начал с фотосъемки, сейчас перешел на видеосъемки. Отец ему рекомендует в гид отправлять, потому что ребенок боится. Надо идти вам ребенка, либо не бояться идти. Да, в том смысле, что и сегодня я просто столкнулась с этим, с моментом роста, куда расти. Спасибо большое. Да. Ну, вы не использовали ничего. Мы сделали ролик, и там получилось, что экран сзади, он был поделен на маленькие кусочки. А нам просто посоветовали сделать что-нибудь. Да, сюжет. Понятно. Да. Ну, все равно спасибо. Пожалуйста, обращайтесь. Спасибо. Здорово выступить. Задает вопрос у меня, потом на камеру. Все. Что там нормально? Там протереть не надо? Нет, все нормально. Раз, два, три, начали. Вот мы на примере фильма «СС» встретили Дерева Харбаева. Он нам расскажет о предстоящем мероприятии про клиент. Добрый день, уважаемые друзья. Да, действительно, ожидается большое мероприятие, третий КВН среди башкир Москвы. Естественно, он будет на башкирском языке. И ожидается очень крутое мероприятие, очень высокий уровень юмора, очень веселые, задорные, дружные команды. Их будет 7.
мы знаем, что и 3, и 7 – это священное число башкирского народа. И постараемся, чтобы наше, так скажем, юбилейное, мини-юбилейное мероприятие прошло отличным и на более высоком уровне, чем наши предыдущие мероприятия. Ждем всех наших друзей, всех неравнодушных к башкирскому юмору. Приходите, болейте, будет весело, будет здорово. Добрый день, друзья! Меня зовут Бухарбай Фидель, я являюсь активистом межрегиональной организации Ассоциация студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге. И хотел бы пригласить вас всех на 3-й башкирский КВН, который состоится 24 апреля на базе университета РГГРУ, который находится по адресу улицы Миклуха Маклая, 23. Начало нашего мероприятия в 17:30. Будет 7 башкирских команд, 7 веселых, очень дружных коллектива будут стараться вас смешить. Я уверен, что у них у всех получится. Вот буквально вчера просмотрели все команды, все готовы побеждать, все настроены на успех. И приходите, продлевайте свою жизнь, приходите увидеться со своими друзьями и, конечно же, посмотреть на безупречные, активные команды. Ждем вас. Наше мероприятие КВН состоится по адресу улицы Миклуха Маклая, дом 23, ближайшая станция метро Беляева, где-то минут 10 пешком по улице Миклуха Маклая, и вы достигнете университета РГГРУ. Либо же можно доехать до станции метро Юго-Западная и от станции метро Юго-Западная проехать на маршрутке, либо на автобусе до остановки геолого-разведочный университет. Приглашаем всех неравнодушных, приглашаем все тюркские народы, приглашаем наш братский Татарстан. Приходите посмотреть, будет очень весело. Вот это же лучше, а то получается как-то...